В Казахстане создана Республиканская палата овцеводов. Ее презентовали в Талдыкургане. Организация, открытая по инициативе Министерства сельского хозяйства, будет заниматься селекцией и развитием в стране племенного овцеводства. Эксперты подсчитали, поголовье овец в нашей стране 17 миллионов голов, из них только 300 тысяч племенные. По словам специалистов, именно из-за низкого уровня племенного овцеводства качество казахстанской баранины не дотягивает до мировых стандартов, а это напрямую влияет на показатели экспорта мяса. В прошлом году, например, за рубеж продали всего 1 тонну баранины, тогда как импортировали 67 тонн. У нас есть комплексная программа, в дальнейшем хотим этого расширять, потом заниматься и товарным, и перевести его на кластер. Начиная от искусственного семени до реализации. Реализация шерсти, реализация мяса, создание отборной площадки, вот это уже в дальнейшем будет задействовано. Ну, пока мы сейчас создаем палату, на базе палаты будем продвигаться вперед.